ребят, у меня просто нет слов. Им отрезали уши. Вот, видите, таким маленьким какая-то мразь отрезала уши. У этого отрезано одно ухо. Это целый. Мне нужен автомат. Я этих сук стрелять хочу. У им отрезали уши. Этому отрезали одно ухо. Это целый. Серый вообще плохой. Это с мусорки сейчас. Я сейчас отмачиваю глазки. Я не знаю, есть ли у него глазки. Если ему отрезали ухо, может, ему и глаза выкололи? Немножко решила согреть малыша. Это он в шапке. Выпил 10 кубиков молочка. Бутылочка теплая, такая, чтобы ему было удобно. Не горячая. Просто теплая, потому что он весь холодный. Решила его немножко вот так согреть. Сейчас посижу с ним полчасика. Он согреется. Потом уберу бутылку и просто оставлю его в теплой шапочке лежать. Согревается. Даст Бог. Я боюсь, что он может не выжить до утра, ребята. Он очень тяжелый. Я подогрела молочко теплое. Все, сейчас буду поить. Жаль только, что я не могу и снимать, и делать. Ну, вот сейчас постараюсь влить в него еще 10 кубиков. Ну что? Все, мой золотой. Тоже ложимся спать, да? И дай Бог тебе сил.